Первого сотрудника в региональное управление Россельхознадзора приняли 28 февраля 2005 года. Он же стал и первым руководителем. Из всех сотрудников ведомства почти половина назначена на должность в год образования управления. Уже много лет сплоченная команда специалистов осуществляет ветеринарный и фитосанитарный надзор, следит за продовольственной и биологической безопасностью области. Недобросовестные люди, которые своей безответственностью могут нанести урон не только своему бизнесу, но и всей области, с такими случаями специалисты управления сталкиваются довольно часто. Например, только в прошлом году нарушители заплатили штраф на общую сумму 1 715 тысяч рублей. Основные наши достижения – то, что не занесены на территорию области опасные инфекционные болезни. Очень остро стоит проблема по африканской чуме, по птичьему гриппу опять, не дай бог. Бруцеллез, туберкулез, никуда это не делось. Поэтому ветеринарная служба и региона, и наша ветеринарная надзор работают над этим эффективно. Елена Швецова, Александр Менщиков, Кирилл Филимонов, информационное агентство «Курган.ру».